Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 23 октября 2021 года. Обстановка на центральном пляже, лаунж-зона, вход с Гребенских ворот. Вот обратите внимание на эту собаку, которая здесь вот так вот положила голову на дорожку деревянную и отдыхает, и люди ее обходят. Там у нас качеля, которая осталась еще с весны, с фестиваля Аморефест. Вот, к сожалению, одна качели, вот одно сиденье болтается вот так вот, никто ее не делает. Хотя можно было бы, конечно, починить. У пирса стоит теплоход Гаргипия и ждет пассажиров для отправки. Рядом вьются, как чайки, белопарусные яхты. Здесь вот на переднем плане просто женщина лежит, как говорится, пятки наружу, отдыхает. Там бутылки, фотозона. Сейчас только люди фотографировались. Вот такая здесь обстановка. Тепло, хорошо, солнечно. Так что приезжайте в Анапу. А в конечных заставках вы найдете как раз информацию, где можно поселиться. Пока-пока. Это были шорты Альбатроса, мои короткие видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.